Я считаю, что воин – это не только тот, кто держит оружие в руках или в боксерских перчатках. Это тот, кто борется, сражается со своим страхом, ленью, гневом, злостью, ненавистью. Hard shots going in from both guys. He's not gonna make it. It's over. Just like that. Я себя спрашивал, может, жизнь не борьба, может, я сам это придумал, если жизнь борюсь. Может быть, как-то можно легче жить.